Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор силиконовой формы на планшете «Насекомые и цветы». Удивительный мир творчества в современных условиях получает значительно больше преимуществ и возможностей для своей реализации с гарантией получения желаемых результатов. Силиконовые формы всевозможных форм и размеров значительно облегчают весь процесс созидания. Детальная прорисовка всех, даже особенно мелких элементов, объемной и сложной фигуры позволяет выпекать чудесные, забавные и неповторимые кондитерские изделия, изготавливать мыло ручной работы, декоративные изделия, а также просто делать всевозможные поделки с вашим малышом. Отличным изобретением стало и появление на нашем рынке силиконовых форм на планшете, позволяющих значительной экономии времени выпекать или создавать одновременно несколько изделий. Преимущества использования силиконовых форм на планшете таковы. Безопасный качественный материал, пищевой силикон. Гибкий и легкий, занимает мало места при хранении. Четкая детализация рисунка фигуры. Разнообразие форм и размеров. Возможность создания объемных фигур. Антипригарное покрытие. Тесто не прилипает к выпечке. Возможность готовить многое одновременно. Возможность легкого извлечения готового продукта. Легко мыть и хранить. Экономия времени. Вот так выглядит силиконовая форма на планшете. Вот такие цветочки, бабочки, божьи коровки. Вот так она выглядит. С этой стороны она гибкая, эластичная. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!